Всем привет, это у нас утречка в киберпанке. В прошлой серии мы очень красиво было в локации. Наш друг Такемура пробрался на платформу, поговорил, все объяснил, потом на нас напал, потом он ее усыпил. Усыпил он ее. Потом какой-то квартире мы очнулись, и там вот уже напали. По ходу дела Такемура погиб. Сейчас мы этот Анак сам прислал нам какую-то девушку, которая сказала, что типа встретиться. Парень отдыхает. Мелочи ветерану. Ну нет, нифига, дружок. А не, мы можем что-то подать. Да вообще легко. Держи. На, держи. Так, и мы сейчас отправимся на встречу с ней. Надо посмотреть вообще, что у нас тут по персонажику. Есть одно. Силу надо увеличивать. Атлетику нельзя. Нам тут F. Уничтожение какое-то. Уличный бой. Так, урон при стрельбе дробовиком. Ну давайте. Блячи. Так, снаряжение. Что у нас по рюкзачку? Так, 422. А что тут еще дробовички? Тоже 422. Ну, разберем. Что, нельзя разобрать? А тут нельзя разбирать, что же, в рюкзаке? А, это нельзя. Оно у нас закреплено, я понял. Вот это вот можно. Вот это можно. Блин, тут нам ласта 447, 328. По фигу. Культу предмета. Давайте этот возьмем. А этот продадим культовый. Так, патрончики у нас что-то есть. Это что еще такое? Фига тут, а что такое? Клинковое оружие. А у нас есть клинковое оружие 270. Это крутой. Культовый предмет. Ну и нафиг тогда. Тоже культовый предмет. А что у нас выбрато? А ничего у нас не выбрато, я понял. Ладно, вот эти разберем. Вот эти мы разберем. По одежонке у нас... Муторно это все, конечно, выбирать. Просто пипец. Что у нас одето тут? 61... 89. Это тогда нафиг. Это. Ну, мы себя толком-то и не видим, честно говоря. Нам особо. Не, ну мы сейчас выбрали, как вот это вот. Штаниш какие-то. Да ну нафиг, неохота. Так, а мы можем вот это вот есть? Так, сравнение бросить. Мы можем это сожрать, я не знаю даже для чего вот это все. Так, биограната, понятно. Это что у нас? Ускорит восстановление скриптов. Увеличит количество получаемых. Ну. Так, импланты у нас какие-то тут одеты. Тут я вообще мало понимаю, что. Давайте создание, улучшение посмотрим. Можем что-нибудь улучшить. Вот, можем наш пистолетик улучшить. Нашу. Все. Дробовичочек можем улучшить. Винточку. Так, а снаряжение создать. Создать что-нибудь можем. Создать. Так, лечилки. Сколько? О! Ну, давайте штучек. 15 сделаем. Гранаты. Нет, это не гранаты. Так, боеприпасы для винтовок. Сколько можем сделать? Боеприпас для дробовиков. Да. Бабки вот мы потратили, да? Так, ну вроде бы все, сохранимся. Давайте-ка.
Так, идем на встречу с Ханакой на углях. Чуваков всех почему-то с утра болит, болят руки. Так, вы что тут треть? Так, кто-то плачет тут. Ребят, может, помощь нужна какая? Че плачет-то? Ну ладно, че. А тут что у нас, игровые автоматы? Здорово, чувиха. Надо, может, что-нибудь сожрать. Заперто. Так, а мы как отсюда вообще добираться? Вот мы забрались вообще. А это что за штука? Пенил пластинг с Киану Ривзом. Прикол. Так, мы можем вызвать моцик куда-нибудь? А он подъехал куда-то. Так, значит, едем на встречу с Ханакой Сан на каких-то углях. Поперли? Так, мы не туда едем. Нам в другую сторону. По нам. Ви, у тебя есть минутка? Да, конечно. Да, конечно, есть. Только боюсь, минут не хватит. Можешь опять приехать. Какие проблемы у тебя там? У меня проблема. Что-то с текстурами. Что с текстурами? Видь? А что у нас? Ви? Сейчас не могу, мы пока заняты. Сейчас не могу. Ну, конечно. Уж извести меня, как станешь посвободнее. Те лететь сразу должны. Ты видишь, у нас встреча с Ханакой в углях. Ну, что с текстурками, вы видели? Что-то, ну-ка... Битрейт, ну как это, кадры 73 вот сейчас идут. Ну-ка. Что у нас по видео? Вертикальная синхронизация выключена. А что выключена? Может, нам надо включить? HDR режим. Нет, может быть, да? Не знаю. Включено. Так, применить. Графика. Автоматическая какой-то стоит. Высокая, низкая. Вроде все на высокой, впечатляющая. Высокая, высокая. Трассировка лучей выключена. Давайте включим. Отражение трассировки лучей. Солнечные тени с трассировкой лучей. Ну-ка, что-то я даже никогда не пробовал. То есть, если включить технологии, которые улучшают качество лучи, и работа требует мощный процессор, и карта уровня 47. Ага, я понял. Это не к нам, да? Вот это вот. Сервка лучей, версия, какие-то версии тут. Ну что, применим, попробуем, посмотрим, насколько тут. Еще идет. Вроде бы идет нормально. Ну тут особо ни объектов никаких нету. А 138 километров в час. Супер скорость. Какие-то тоннельчики. Я еще не помню, что мы сюда, кстати, ездили. Новая зона какая-то. Мы сюда, походу, дело и не ездили ни разу. Это, походу, дело скоро так вот, как вот GTA-шку сделают. Киберпанк. Были мы здесь? Нет? Я, честно говоря, даже и не помню. 44 упало.
кадровка 47, потом направо. Да, прям как резко. Ну-ка, давайте-ка мы графику. Угол обзора. Так, трассировка луча, отражение с трассировкой лучей, солнечный день с трассировкой лучей. Ну и просто трассировку лучей включим. Немножко. Красиво. Побольше как будто стало. Это мы все это время играли без трассировки. А сейчас как бы и так было тоже неплохо. Но поиграем с трассировкой, посмотрим, насколько. Пока так вроде играбельно все, ничего не подтупливает. Так, нам направо. Вау-вау. Вот, проехали. Так. Ну, где же мы просто 50 метров с левой стороны где-то. Так, нам вот сюда вот поворот. Включаем поворотник, не знаю, как мы включим. Здание прям куда-то. И. Да не, мы постоянно тут, мне кажется, на этих локациях были, нет? Или мы не были еще на этой локации? Но мне кажется, трассировка-то лучи, они все уже на RTX-ах пошли. Как что-то говорят чувачки. Точка не возврат, достаточный возврат, когда вы войдете в ресторан, вы... все невыполненные второстепенные задания и полученные заказы станут недоступны до тех пор, пока вы не выполните все основные задания. Если у вас остались неоконченные дела, завершите их до встречи с Ханакой. Так, и чем же нам можно было бы заняться интересненьким? Не будем пока встречаться в углях. Так, мэп, карта у нас мэп. Так, что тут еще есть? Второстепенное задание, второстепенное встреча с Элизабет. Стража беспорядка. Заказ. Здесь может быть заказ для фиксера, который даст вам деньги, репутация. Давайте сегодня как-то по вот этим вот заданиям поперемещаемся. Так, сколько у нас расстояние? 300 метров. Пройдемся. 300 метров не так много. Ты что творишь? Прогуляемся чутка. Так, полицейские. Этого не хватало. Была бы у меня оптика Кироши, была бы другая история. Да, прям как настоящий живой мир, очень хорошо сделано все, прикольно. Так, мы где-то близко.
что за Элизабет? Прошу вас в машину. Окей. Добрый день, Би. Я Джефферсон Пиралис. Ты уже говорил с моей женой, Элизабет. Я не помню, что мы... Итак, в чем заключается работа? Картер, поехали. Вот это хороший подход. Сразу к делу. Мое время – деньги. Полагаю, что и ваши тоже. Это верно. Элизабет? Как ты, наверное, знаешь, мэр Люциус Райан недавно скончался. Мы хотим узнать, как это произошло. Вроде следствие по делу уже закрыто. Разумеется. Полиция очень быстро доказала, что смерть наступила по естественным причинам. Райан умер дома, якобы отказ кардиоимпланта. Но нас настораживает нападение киберпсихопата в мэрии за несколько дней до этого. По версии полиции, эти события никак не связаны. С чего вы взяли, что в полиции ошиблись? У вас есть улики? Незадолго до смерти Райан задумал урезать бюджет департамента полиции. Возможно, это кому-то не понравилось. Нам удалось найти брейн-данс с нападением киберпсихопата. Наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного. Но нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в брейн-дансах. Это необработанная запись. Брейн-данс надо вернуть на место сегодня же. Иначе у многих будут неприятности. Если согласишься помочь, можно сразу и посмотреть. Давайте. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Замечательно. Будем тебе признательны, если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию. Ну и что у нас тут? Это я хочу спросить, что ты тут делаешь? Но это ведь и мой мозг, правда? Так, что нам и в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Так, зажать, перемотать. Кто такой этот Холд? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Так, а что тут внизу? Как нам перейти на другой режим изменений? Ну, давай так хотя бы посмотрим пока. Минутку, подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция. Пускаю? Подождет. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. И конец. Его имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка все так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ну, то есть треплешься.
Как нам переключиться на другую? Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Ну, бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и ее сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой правда такое было? Нет. Но могло же. Так, как нам переключиться на другую? Зажать, перемотать, перезагрузить, переключить слой, shift левый. Коп хотел что-то передать Райну. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть жопу Райну. Что за мелодия, не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поет и поет. Где там? Вижу Хонос. Вторая пресс-конференция за три дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо порепетировать. Двор Алой Королевы. Тебе это о чем-то говорит? А где в крокет играют и розы красят, а потом королева такая: голову ему долой. Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Так, так, так. Так, что тут нам надо? Выйди, перепад, иди возьму шарок. Хорошо, ну все, иди, надо порепетировать. Покушение произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто это было задумано. Или псих просто улучил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция. Пускаю? Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Вторая пресс-конференция за три дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо порепетировать. Минутку, подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция, пускай. После конференции.
Все, что же, закрыть X. Может, тоже все. Ты вернулся? Прекрасно. Так, что ты думаешь? У нас паранойя или ситуация? И правда, подозрительно. Кажется, мы низко. Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. Хм. Вот опять. То есть подозрения не напрасны. У тебя есть какие-то вопросы? Что известно про полицейского, который спас Райна? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то еще понадобится, мы поможем. Только скажи. Так, позвонить детективу Уорду. Так, что у нас? Где телефончик-то наш? Тэшечка. Уорд слушает. С кем я говорю? Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райна. Расследуешь? Ты не из полиции. Я веду независимое расследование этого дела. Ну так удачи. И не звони мне больше. Частных детективов я люблю примерно как дешевую жратву из кальента. Я не частный детектив. Тогда кто ты? Давай я тебе это лично расскажу. Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне. Сейчас подъеду. Так. Какой-то мордатый бизон, 1,2 км. Поехали, съездим. Да, нам лучше как-то прокачаться, на самом деле. Куда-то дальше лезть. Где наш моцарт? Вот он. Потому что очень много миссий мы ищем. Причем постоянно как-то низко. А это что, присяд как-то? Так, газы. О-о-о, чувачок. Спасибо, что помог повернуть. Какие-то новые локации. Стреляют такие полицейские, ед за кем-то. Весело. Чуть-чуть не вписались. О-о. Ну где-то уже близко. Вот это забегаловка.
Что за пацанчики тут сидят? Рабочие тут зависают, народу много. Так. Такая закусочная. Закусочная. Так, вот она, чувачочек, с кем сидит. Тут, похоже, к тебе пришли. В чем дело? Ривер Уорд? Да, это я. А ты Ви, так? Мой напарник, детектив Хан. Спасибо, что согласился со мной встретиться. Такие детективы. Ты правда будешь работать с наемником? Одет как сутенер, я еще не решил, что буду, а что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это дело. Ты бы лучше его послушал с первого раза, чтоб проблем не заиметь. А не хочешь слушать его, послушай меня. Я ведь твой друг, и добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делаю. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно, поступай, как знаешь. Я не ввязываю. Пора мне. Я и так уже к дочке опаздываю. А вы, ну хоть уйдите в тихий уголок для таких бесед, а то еще подслушают. Двигай отсюда. Ну, говори. Я смотрю, детектив Хан не в восторге от наемников. Не бери в голову. Детектив Хан вообще мало от кого в восторге, кроме своей дочки. Ты хотел поговорить? До покушения ты пытался связаться с людьми Райана и передать через них сообщение. Что в нем было? Сначала ответь на мой вопрос. Зачем ты вертишься вокруг этого дела? Кто тебя нанял? Меня наняла Элизабет Пиралис. И ее муж Джефферсон. Так называемый будущий мэр? В общем, этого следовало. Знаешь что, Хан прав. Здесь слишком хорошая акустика. Пойдем в мою машину. Окей, ладно. Пальтишко такое у нее прям. Как по ступенечкам хорошо прям спускается моделька, все четенько. Чего у нее тут пикапчик? Тортон как-то. Ребята называется? Из моего участка задержали Хорвата Вороя. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата, психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. Только что значит потерялся? Как это вообще могло произойти? Просто. Кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю, кто именно. А теперь я спрошу. Почему Пиралис взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Ты знаешь, что такое двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам встретиться с моим информатором. Насколько я знаю, двор Алой Королевы — это элитный клуб. Где он, без понятия. Информатора спросим. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Хорват. Или можем сразу поехать к ней. Это уж ты решай. Давайте к информатору. Едем к информатору. Узнаем, где клуб. Клуб это уже какая-то зацепка. Как угодно. Так, пропустим поездочку, чтобы нам... Мне нравится, кому... Я сам езди. Мой человек работает здесь. Ты с ним поболтай, а я подожду снаружи. Передай ему привет от Игоря. Он знает, кто это. Ну ладно, жди тогда здесь.
притворюсь, что этого не было. Привет от Игоря. Нет уж, нахер. Я с этим завязал. Кого он ушел-то? Так что можете дружно от меня отъебаться. Так, чувачок куда-то бежал. Где он? Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. Такие у меня всего чувака. Один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали? Уматывай. Оставьте меня в покое, все равно я не буду сотрудничать. Двор Алой Королевы. Дай нам адрес, и мы уйдем. Да, да, как в прошлый раз. А потом ко мне пришли, переломали все пальцы. Это было без меня. Сейчас я здесь, и я обеспечу тебе защиту. Если кто спросит, мы нашли адрес в кармане у мертвеца, выловленного из бухты. Ладно. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Я туда доставлял товары. Иногда привозил рабочих. И вообще не знаю, чего вам там разнюхивать. Клуб пустой. Закрыли лавочку. Закрыли? До смерти мэра Райана? Или после? Вроде сразу после. Спасибо, Нил. Охуенно везет. Поехали в клуб это, да? Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Выглядит перспективно. Но я бы еще заглянул на рынок. Рынок? К женщине, у которой работал Хорлок. Я тебе говорил о ней. Не стоит бросать этот след. Ну давай. Ну ладно. Проверим этот твой рынок. На моей машине поедем? Да, лучше на встретимся месте. Там. Как угодно. Долго ездишь, чувачок. Ну, в принципе, недалеко, 800 метров. Он едет, да? А мы вперед. Мотоцикл оставили прямо на дороге. О, привет. Так с кем нам надо поговорить? Ты говорил, она босс киберпсиха? Кристина Марков, 42 года. Единственный работодатель Хорлока. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви. The world calls for great leaders, and the Arasaka Corporation answers. Join us today to fight for a better tomorrow. Peace is fragile. Help us. Я понятия не имею, кого мы ищем. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Ты проблемы? Найди себе честную работу. У кого спрашивают? Это вы, Кристина Марков? Нет, но я ее знаю. У нее магазин электроники на той стороне. На той стороне? Это вы, Кристина? Электроника нам нужна. Вон там она, магазин электроники.
Спасибо. Ты? Нет? Так, ты че? Интересно. Привет. С той стороны мы вроде бы подходили. К этой стороне-то. Не пройти что? Уходи, уходи. Кристина Марков, у нас к вам пара вопросов. Какое-то радио, что ли, чинит? Вы агенты? Мы не из полиции, нам просто нужна информация. Всякому чего-нибудь нужно. С полицией хоть знаешь, с кем имеешь дело. А то скажешь слово, а на другой день к тебе являются корпоративные агенты. Или братки из банд. Петр Хорват, у вас работал? Работал, работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. Толкал речи, значит? И о чем же? Корпораты крепко держат Райна за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? А чего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райн говорит по телевизору только с ним, обещает всякое, а потом ни хрена не делает? Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Райн. А может, все-таки была между ними хоть какая-то связь? Что сказать? Хорват любил легкие деньги. Отсидел-то ведь не просто так. Он работал на самых разных людей. И на простых, и на непростых. Может, у него и Райна были какие-то общие знакомые. У вас все, детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Так у Хорвата были личные счеты с Райном. Этого следовало ожидать. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали. Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машины. И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибшего. Случайность? Стечение обстоятельств? Умышленное отравление некой аэрозольной смеси. У тебя правда было такое дело? Нет, это я только что придумал. Но принцип ясен. С ними я сам разберусь. Что за чувачки? Уйди с дороги. Твой приятель сел на дол. Ты тоже хочешь внимать? Господа, господа, спокойнее. Вот, койца нанимонненда. Наконока изжимегай ну арисона яцжанека. Прыгай, чучело, прыгай. Ой, радят, тихо-тихо, не курашивай, девай. Хорош, у них такие прям метчики. Ну ты даешь. Я же сказал, сам разберусь. С тобой опасно по улицам ходить. У тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми? А ты как думаешь? Я же коп. Теперь придется рапорт писать. Окей, теперь двор Алой Королевы. Но сначала нужно разгрести твой бардак. Встретимся там. Давай. Да, что-то подзатянулось расследование прям. Далеко ехать хоть. 2 километра, приличненько. По масштабам этого. Так, нам назад.
подпрыгнули. Хорошо, идем. Жалко, 200 нельзя. Может, там как-то можно мотоцикл модернизировать, интересно. Есть функционал в игре такой. Торопимся. Так, чувачок. Че? Дел? Вирус в ядре. Повреждение. Приезжай, пожалуйста. Короче, к Доломейну еще надо. Ну, сейчас это дело разберем. И к нему да. У нас тут прям до миссии не доберемся. Где-то мы близко. О, привет. Это район животных. Да я уж вижу. Ты кого-то из них недавно закрыл? Нет, недавно нет. Но они вообще не фанаты. Я туда не могу войти без ордера. А вот ты... Ага. Хорошо. Будем на связи. Киберпсихопат сидит. Говори, рядом. Если что найдешь. Так, нам куда идти-то? Склад 100 метров. Так, 7А, 7А и 55. Ну, есть как бы. Уёбывай! Здесь смотреть нечего. Я ищу клуб. Двор Алой Королевы. Закрыт он. И теперь не скоро откроется. Это не важно, мне только внутрь заглянуть. Не-а, не выйдет. А ну дельтуй нахер отсюда. Ну ты попал. Будешь гнить в канале! Так. Ну, дайте. Черт, нас сейчас вынесут! Ах ты! Как же так, блядь? Хорошо, подхожу. Так, давай.
как ее перезагрузить. Сбоку! Готово. Прям там. Давай один остался. Да чтоб тебя! Я пустой! Есть. Да нет. Так, выключить удаленно. Собираем все, что нам тут оставили. Хотя как-то эти миссии проходятся. Опасная зона. Чё мы не берем ствол-то? Не берется почему-то. Рид, все в порядке? Меня да. Засекли! Окей, держись, я сейчас буду. Да может это вроде всех устранили. Фига тут 55 БД. Он сейчас вниз уйдет. Так, установлен даже 55. Короче, ломанули. Этот клуб где-то здесь. Скорее всего, в этой мастерской. Или под. Мимо. Давай, выходим. Так, а куда оно? Так, интервал нет времени на... Как это хрень?
Опять взлом, что ли? Такого мы еще не вскрывали. БД-55 нету. Е9. 55 есть. Говорит, туда вниз, что ли, нам идти? Сюда. Не сюда. А куда же? Держит стул. Может, и здесь? А. Ты смотри. Фига тут вход. Давайте на дробовичочек перейдем. Идешь? Посмотрим, что тут у нас за клуб. Что тут было, но кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти кабинет администратора. Такой в каждом клубе есть. Говорят, что мы старые добрые взятки. Нам тут всем пизда! Новый метод контроля воздействует на подсознание. Скоро мы и сами не будем понимать. Марионетки мы... Нам не сюда что? Пошел! Будет гнить в канаве! Нет! Сука! Иду! Валим его уже! Оставляй это насекомое! Сейчас перезаряжу! Убил! Сволочь! Я тебя... В лепёху его! Нет! Чёрта! Оп, где он? Я тебе башку откручу! Всё, нет. Что, что ли? Что он сделал-то нам? Найти кабинет какой-то нам нужно. Сюда может. Фига тут. Арома.
второй этаж, что ли? Ну, наверное, это и есть кабинет. Нам нужны их компы. Это в самую первую очередь. Да. Окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей, да, давайте так. Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне, тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно. Да, да. Все сделаю и перезвоню. Все ясненько. Все. Знакомое лицо. Где я его видел? Ви, мне сейчас не смешно. Думаю, все, что надо, мы видели. Идем отсюда. Ладно, дельтуем. Вроде я тут видел еще один. Такие вот дела. Так что мэр бывший резвился тут в этом клубе, и сердце его не выдержало. Так, чё, всё, приехали? Твою мать! Ты, я смотрю, с той же компанией. Заткнись, Гарольд. Я знаю, что ты сделал. Я не спрашиваю, почему ты это скрыл. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно. Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы. Думаешь, они что-то значат? Это все трёп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Ты меня в это не втягивай. Меня не интересует ни политика, ни разборки внутри полиции. А что тебя интересует? Хочешь, угадаю? То, за что больше платят. И это нормально. Я не удивляюсь. Ха, и не осуждаю. Мы просто ищем свое место и путь в этом проклятом городе. Все мы. Да, все так. Мы все ищем пути места. Ну, значит, мы друг друга поняли. Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. И как разберешься-то? Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебя заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано, пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Ривер. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделаю. Шлепну потом этого Ривера. Твою мать. Ну, что теперь? Я этого так не оставлю. Не могу. Райна убил Холт. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив. И самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Да, похоже на правду. Только Холту это было выгодно. Сообщу во внутреннее расследование.
Этого хватит, чтобы возобновить следствие. Давай. А ты поедешь теперь к пиралисам отчитываться? Да. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. Вот такая у нас была миссия. Так, наверное, будем заканчивать и продолжим в следующей серии проходить рядовые миссии, а там уже потом вернемся к прохождению сюжетки. Нам еще надо с Панам встретиться, надо еще с Рипером вот этой, на Транерше тоже встретиться. Ладно, всем спасибо за просмотр, до новых встреч в эфире, всем пока, это был Черенский ТВ.